На Северной Двине в Холмогорском районе продолжается подъем воды. Местные жители рассказывают, такие уровни бывают здесь только во время половодья. Есть опасения, что жители деревни Быстрокурья могут остаться без сообщения с большой землей. В этом селе нет ни одного магазина, поэтому населению следует позаботиться о запасах продуктов и товаров первой необходимости. Причина в том, что снегопады и низкие, то есть плюсовые температуры окружающей среды, река на таких горизонтах очень долго становится. В узких местах она набирает, эта масса снежно слипается, схватывает ее, вот и тормозит все. Самые узкие места – это Вождар, Мавайново, 50 и 54 километр. Все, дальше там уже свободно идет. И вот и наш Быстрокурка полой. Рукав тоже, он мелкий, кругом все песками забито, он забивается тоже в первую очередь. Не исключено, что впереди осенний ледоход, поэтому все катера закрепили тросами за берег, чтобы их не унесло со льдом.